Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даугир, фамилия моя Шакиржан. Особое приветствие за подписчиков моего канала на YouTube. Продолжаем рассматривать термин восточной эзотерики. И есть такой термин, такое понятие, как ю-ву. Это два слова. Одно слово ю, второе ву. Что же вкладывают деятели восточной эзотерики в понимание этого термина ю-ву? Итак, ю-ву – это состояние бытия и небытия. Ю-ву – это состояние бытия в мире и одновременно состояние пребывания вне этого мира. Вот такой смысл вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин ю-ву. И нам, представителям западного направления эзотерики, это несомненно интересно, полезно и важно знать. На этом до свидания, до новых встреч.